18 марта жители Крыма и Севастополя впервые после присоединения полуострова к России будут выбирать президента страны. Но уже сегодня севастопольцы готовы поддержать своей подписью кандидатов. Один из пунктов по улице Вакуленчука, 29, на территории торгово-развлекательного центра «Мусон» возле кинотеатра. Несмотря на утро буднего дня, уже в первые часы работы пункта желающих оставить подпись оказалось немало. Люди активно подходят, приезжают к нам с разных уголков Севастополя, чтобы оставить свой голос. Очень граждане сознательные у нас. Мы уже собрали более 30 подписей и думаем, что сегодня, подписи 300, я думаю, наберем смело. Кроме стационарного пункта по сбору подписей в торговом центре, работают еще два мобильных пункта. 9 января свою подпись можно было оставить в центре города вблизи остановки площадь Лазарева, а также рядом с Малаховым курганом. Люди подходят очень активно, поддерживают нашего кандидата. Таким образом, севастопольцы еще и подтверждают свое участие в предстоящих выборах президента страны. Активность местных жителей в этот день окажется под пристальным вниманием и в стране, и во всем мире. Фактически, в этот день севастопольцам еще предстоит подтвердить свой выбор, сделанный в 2014 году. Постоянно обсуждаем этот вопрос, что нужно обязательно голосовать и принять участие. Нельзя стороной обходить. Некоторые говорят, да не надо, мол, все равно это без нас решится, но все равно надо ходить, мало ли что там решится. Но свой голос надо отдавать. Нужно быть активными участниками во всем и в государстве, и в городе. Отдать свой голос в поддержку кандидатов на предстоящих выборах можно до конца января. Обязательные условия для желающих – возраст старше 18 и наличие с собой паспорта. Стационарный пункт подписи вблизи кинотеатра «Мусон» на Вакуленчука, 29, работает ежедневно с 11 утра и до 19 часов. Мобильные же пункты будут переезжать из одного района города в другой. Время работы – с 10 до 17. 10 января они откроются вблизи остановок площадь Нахимова, а также на площади 1 мая в Балаклаве. Юлия Бауськова и Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя.